Ротем из Тель-Авива спрашивает, что мне делать, если чувствую себя одиноким, слабым в своей семье, которая пускай учится, но цель недостаточно важна для них. Есть такая статья Абу Аль-Салама «Причина тяжести», которую пишет Рабаш. Четвертая, да, статья? Когда человек чувствует, будто он отходит от своей семьи, от этого мира, и он как будто исчезает и становится таким подвешенным в воздухе. Это все преднамеренно устроено Творцом для того, чтобы не искал твердой почвы под ногами. Нет, это нехорошо. А наоборот, чтобы искал, как слиться с Высшим, прильнуть к Нему. Слиться с его духом, с его идеей. То есть, чтобы Творец раскрылся ему в качестве отдачи и любви к килим ближнего, любви к ближнему. И тогда, таким образом, он поднимется в вере выше своего знания, выше своих килим. Вот это вот ощущение того, что он подвешен в воздухе, когда ничего его не поддерживает в его обычном окружении, материальным. Это как раз зов Творца к тому, чтобы прильнуть к Высшему, к отдаче. Чтобы не искал контакта со своими килим получения, знания, а поднялся выше знания.